Всем доброго времени. Хочу снять обзор на наш трактор-экскаватор-погрузчик JCB-30X 2020 года. В эксплуатацию был введен в 2021 году. Владеем им с 2021 года. Купили его, брали под свои объекты. Трактор индусской сборки. Индийская 2020 года. Все в полном порядке. Общее состояние, передний ковш. Все в порядке. Задний ковш весь сармайтили, для себя специально все делали. Все родное. Переднюю резину недавно заменили, потому что произошел порез одного колеса, и смысла не было его, так сказать, ремонтировать, клеить. Поменяли задний, еще стоят родные, с логотипами. Плавающий ковш имеется, все стоит. Кондиционер, все стоит. В общем, хорошая, надежная техника. Состояние под капотом. Капот, кстати, вот тут чуть-чуть немножко трещинка есть, небольшая это. Все, ничего страшного. Аппаратура простая, механическая. Все фильтра, все жидкости, все меняется вовремя, недавно менялось. Состояние нового трактора, можно сказать. Пожалуйста. Покажем. Это же видео. Просто мастерство оператора. Под низом. Операции выполнял маленько неплавно, потому что сам редко на нем работаю. Являюсь хозяином. Вся гидравлика, все насосы, все чистое, без каких-либо потеков, ни бортовые, ни мосты, ничего нигде не бежит. Коробка, движок, все в порядке. Карданы, все в хорошем состоянии, все здесь тоже все сухо, нигде ничего не бежит, все сальники, все в порядке. Как и говорил, резину спереди поставили новую. Гидравлика вся работает четко. В общем, трактор в хорошем состоянии. Ha ha ha.
Еще раз повторюсь, 20-го года. Трактор, экскаватор, погрузчик. Видео внутри. Есть пластик. Все целое. Единственное, разбитое лобовое стекло. Есть новое, купили. Но специально не стали менять. Отправим, отдадим вместе с экскаватором все стекла. Все родное. Везде стоят шильдики. На каждом стекле. Все как полагается. Хранение у нас в боксе. Все бардачки, все целое, нигде ничего не отломано. Все, все функции, все работает. Еще вот даже есть немного пленочки. Наработка 1330 моточасов. Потолочек все чистое, целое. Все работает. Гидромолы, цвет, плавающий кош, очиститель. Стекол, это передвижение каретки, кондиционер, все имеется. Так. Работа всяких сочленей, ковшевых. Ковш. Люфтов нет. Все работает. Четко. Так, сейчас будем шевелить стрелой, аутриггеры. Аутриггеры работают без выработок, все так. Телескоп, гидролиния. Так, под низом состояние моста, бортовые не бегут внутри. Здесь
Сунца. Вот поднимается гидравлика, вся в порядке. На быстросъеме один палец подразбит, но это не критично. Сейчас я покажу. Секундочку. Подергай чуть-чуть. Да, на быстросъеме вот этот палец разбит один. По-моему, вот этот вот. Да, 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 да. Как бы шатается ковш, но это не критично. Быстросъем GCB-шный, родной. Шланги еще все родные, в кожухах. Стрела, да. И варено все родное, трещин нет. Ну, не знаю, видео передает это, не передает, но состояние по его пробегу как бы. Обслуживали его по графику, 250 моточасов. Шланги все родные. Снимем работу переднего куна. Все работает без нареканий. Прокидывается, нигде трещин, ничего нет. Челюсть все работает. Здесь тоже все просормайчено. Все клыки родные. На данный трактор в полной комплектации установлена система СРС, то есть плавающий ковш. Также имеется кондиционер, все работает, все масла, все периодически менялось, без всяких нареканий. Коробка механическая.
Ничего себе.